Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Explorer 2013 года выпуска. Двигатель 3.5 бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 91 тысяча километров. Сегодня заменю на нем передние тормозные колодки. Открыл капот, посмотрел, уровень тормозной жидкости позволяет. Его не доливали, поэтому можно смело утапливать цилиндры. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса. Поднял автомобиль, снял колеса, откручиваю обе направляющих, головка на 17. Смазка присутствует. Здесь тоже верхний палец у нас с манжетой. Колодки уже на подходе. Выработки на тормозном диске нету. Снимаю пластинки, чищу их и чищу под ними. Такую маленькую щеточку приобрел. Как раз вот для этих мест. Пластины почистил, вытащу смазку. Посадочная тоже почищу, где пыльник садится. Добавляю смазки с горошину вовнутрь. Это нормально.
И это нормально, подпора нет. Резьбу тоже маленько смажу. Колодки фирмы Robestos EHT1611H. Пластины чистила, здесь в комплекте новые идут. Сейчас переставлю. Ну и колодки. Да, это они. Колодки здесь разные. На одной выпуклые есть посередине, а на второй нету. С выпуклыми у нас была внутренняя колодка. Следовательно, вот это у нас идет внутренняя. Смазываю торцы колодок. Колодки стоят, берем, топим поршня, беру старую колодку и беру струбцину. Очень хорошо видно, пыльники торчат. Если сейчас поставить их на поршня, пыльники срежут. Поэтому поддеваем и выпускаем из-под пыльника воздух. Аккуратно, чтобы не порвать. Все, поправил оба пыльника, ставим цилиндр на место.
Верхний пыльник у нас идет с манжетой. Нижний, то есть пыльник верхний, верхняя направляющая, нижняя идет без манжеты. О, пыльник сам защелкнулся, хотел сказать, после того, как подкрутили, проверяем, что пыльник у нас сел на направляющую, также и верхнюю. Все, пыльнички у нас оба на месте. Нажимаем после этого педаль тормоза 2-3 раза и меняем вторую сторону. На второй стороне все делаем аналогичным образом. И на этом замену тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго!